Шеклтон до мяча не добирается. Добирается до него Радостев. Радостев. Отличный перевод до Смирнова. Смирнов! Еще одна скидка Жаров. Рука была. Да, рука была у Пархоменко. И красная карточка, друзья. Пархоменко покидает поле. Михаил Сорокин с небольшого разбега кладет мяч в абсолютно другой угол. И счет нашей встречи становится 3-0 в пользу торпедовцев. Сорокин, выйдя на замену, успевает отличиться в сегодняшней встрече.